пришла весна, светит солнце, придет праздник всех женщин всего мира, с которым мы вас тоже спешим поздравить, пожелать вам, конечно, всем здоровья, благополучия и подарить вам в подарок концерт классической музыки. Вечер романса состоялся в Зеленогорской библиотеке. Концерт для любителей лирической музыки приурочили к предстоящему Международному женскому дню 8 марта. Живое выступление прекрасных солисток уже не первое на этой площадке. Однако каждый их концерт собирает множество слушателей. Перед горожанами выступили лауреаты международных конкурсов, выпускницы университета имени Александра Герцена, Мария Маркова, Татьяна Летавина и Мила Батурина. За аккомпанементом Марии Черникевич. Солистки исполнили несколько знакомых многим лирических произведений. Несмотря на непродолжительность выступления, слушатели порадовали разнообразием репертуара. Завершилось выступление знаменитым романсом «Я помню вальса звук прелестный», исполненным на три голоса.